Я обещаю, что теперь буду только тебе послушен. Не говори брату-повелителю, он прогневается. Твой брат не прогневается, Мустафа. Ибо он от нас ушел. Да простит Аллах грехи повелителя. И примет его. Как? Брат. Умер? Тебе больше не нужно никого бояться, Мустафа. Все будут тебя отныне бояться. Бояться и слушаться. Завтра счастливый день. Ты, мой сынок, взойдешь на престол. Да поможет тебе Всевышний сынок. А мой брат-повелитель правда умер? Это не ловушка? Не беспокойся, Мустафа. Никакой ловушки. Прежде вы тоже говорили, что он умер. Меня собирались возвести на трон. Но мой брат приехал и запер меня. Ты был ребенком. Но тот день помнишь? Его тело сейчас омывают, и уже совсем скоро похоронят. И тогда ты станешь править. Но прежде ты должен выпить свое лекарство, Мустафа. Ты с Давудом Пашой говорила? Говорила. Давуд не отойдет от него. Не от отца к сыну, а от брата к брату переходит. Посмотрим, как это примет армия и народ. И армия, и весь народ любят Кесем Султан. Да и султан Ахмед не стал братоубийцей, когда занял трон. Не должно случиться волнений. Иншалла, паша. И дай Аллах, чтобы сбылись мечты Кесем Султан. Однажды вы уже прошли по этому пути, помните? И все кончилось поражением. Не ждет ли вас и теперь такой же конец? Отпусти! Отпусти! Отпусти меня! Ты больше не ребенок и не шахзаде. Ты станешь падишахом. Дорогу! Султан Мустафа хан Хазрет Лири! Султан Ахмед Хаджи! Не пристегайте Шахзаде Мустафе! Вы предатели! Какой позор! Повелитель, не бойтесь, я рядом.
Дорогу! Султан Мустафа Хан Хазрет Лири! Благодарю тебя, Аллах, что позволил мне дожить до этих дней. Только бы церемония прошла благополучно. Главное, чтобы ничего не случилось. Так сердце болит. Не беспокойтесь, матушка. Все пройдет хорошо. Халиль Паша, ваш слуга. Второй визирь Давуд Паша, ваш слуга. А он правда мертв? Ваш брат. Это он лежит в гробу? Или вас опять обманули? Не делайте этого! Не слушайте их! Султан Ахмед Хан жив, он не умер! Это же бунт! Вы идете на поводу у обманщика! Не присягайте Шахзаде Мустафе! Это же предательство! Вы не давали ему лекарства? Он принял его с утра. Просто его испугала толпа. Откройте! Быстрее! Повелитель, возвращайтесь. Повелитель, вас ждут. Повелитель! Брат. Мустафа! Повелитель, вернитесь. Lord,
через Али Хасан Паша. Похоже, наш мальчик успокоился. Давуду Паше вы можете доверять как себе, мама.